15 детских садов и школ до сих пор без отопления. Жители 600 домов тоже в ожидании горячих батарей. В горадминистрации назвали самые проблемные районы, в которых отопительный сезон начнется позже запланированного. Пока удалось решить проблему с включением отопления в районе Зонального института. Горячей воды и тепла здесь не было из-за ремонта теплотрассы на улице Некрасова. С сегодняшнего дня, кроме Зонального и инфекционной больницы, теплее станет в районе Вересняков. А вот жителям Филейки отопление и горячей воды в ближайшие сутки не обещают. С дефектами, с реконструкцией теплосетевого хозяйства в районе улицы Правды, Октябрьского проспекта и Шинников, 39. Вот, с окончанием реконструкции данной теплотрасс микрорайон Филейка начнет массово подключаться к теплоснабжению. Отставание по графику уже есть. Вместе с спуском тепла на теплотрассах появились дополнительные дефекты. Так, в районе улицы Солнечной и некоторых домах по производственной отопление сначала дали, а потом отключили для того, чтобы устранить новый прорыв. Без отопления в Кирове остаются 15 соцобъектов. Это детские сады и школы, для которых, напомним, отопительный сезон должен был начаться еще 9 сентября.